help us get an evac off world? Yeah! Go fuck yourself! You shitpaws give chase, I will kill your dicks! What? What does that even mean? You're gonna kill my dick? I'll kill your dick! Совершенно неожиданно главной игрой от Epic в этом году стал не Gears of War 3, а проект дочерней польской студии People Can Fly. Bulletstorm мгновенно заслужил прозвище игрового Firefly. Это была однозначно самая смешная игра 2011-го с лучшими матерными диалогами в истории. Им позавидовал бы даже Тарантино. Ближе к финалу еще и выяснилось, что в Bulletstorm отличный сюжет, который мастерски выписан, несмотря на весьма небольшой список действующих лиц. В 2011-м больше не было настолько талантливо, вручную вылепленного экшена, который бы пестрил таким количеством оригинальных геймплейных ситуаций. К сожалению, как и в случае с сериалом Firefly, широкие народные массы не смогли оценить креатив. Но среди хардкорных геймеров Bulletstorm определенно запомнился на год. Ready or not.